И у меня на... А где квест этот с головой? Они Жо тоже синие. хороший танк, лучше даже. Подскажите, ребята, где этот квест взять? С головой который? А, так он на голове есть. Евгений, радость моя, кинь. До встречи. Фрагмент. Это ключ. Либо уже все, ты должен в короткое. Ну там ты нет, это еще один. Эти. Перед ЭК играет музыка. Я не знаю, у всех, не только у меня. Но суть в чем? Суть в том, что, блин, там есть одна мелодия, просто счастье. Прям вообще суперское. Вот, но инструменталка. Блин, а как ее найти, я не знаю. А чё, Пуга? Пуг, ты тут? Он тут. И он Энх. Он просто думал, наверное, что в кару. Нет, это ничего не в кару, это испытание крестоносца, пать 10 обычка. У тебя нету КД? А, ну все, отлично. Еще вопрос, а шею когда покупаешь? С похитителями станции. С кем надо для ДД качать? Алдоры. Алдоры. Мы победим. Как раз вот она. Антуан. Плюс они, я тут отвлекаюсь. Я тебе уже в личку написала. Маги, наступите, тыкните. Я бегу. 200 эмблем не хватает для четвертого куска Т9. Пойдем, я в институте шкаф поставлю. Что делать? Так бы я вык пошел. Там будете или покупаешь Т9 себе? У меня 2000 эмблем, а там это руки надо купить, они 200 там чем-то. Т4, а фу, Т10. Да какой Т10, оно по 6000, по 7 стоит эмблем. Т9 надо. Okay. Если там с одного босса 100 эмблем, то два босса и можно купить выйти, да? А ты в Присте, да? В Присте. Камню подойдите быстро. Блин, хотел камни купить. О, прям быстро бегу. Уже спать. Можно я портанусь это? Мак, дай в Долоран, пожалуйста. Куплю камни себе сейчас на вырост. А куда убежал? Ты сейчас уманить не будем? Я. Красавчик. Я снова бегу.
снова потери. Вара, у тебя есть ДД? Нет, к сожалению, вообще спека нет второго. Не понял. Нету, нету. Где у тебя? Слава, да? Да, да, Слава. Занят. Здрасте. Слышали? Дорогой. Я могу чем-нибудь помочь? Что это? Где вам? Так нет, а чем? Жо, чем идти? Короче, на встреч. Я пододышу тогда. Все, купил камни. Не пришел, вы запускаете жов танк. Ай, бля. Всем каски или кто-то желает кулак? Все нормально, что вы паникуете? Вар есть. Еще одно АФК? Где-то тут. Ну отлично, ребята. Созрение пожом. Он в момент стака не пробивает, что ли? Чё, забрать-то? Убейте снабльда. Thank you.
может, вар там перетаунтит босса немножко? Стаков. Да давай, давай, прожимка же. Все, крик отдал. Кидай там на себя дуань защиты, скидывай стаки. Чё, ты правого червя? Злань защиты мог бы скинуть стаки. В левую сторону. Ёбаный рот. Мышь, чё там на ком такси? Ну, а прыгай. Себе за спину, дальше веди, веди. Я чё за дичь? Кота разморозить надо. Встать можешь. Отхилите, пожалуйста. Типа квикси. Иди разморозь Матильду. Вар. Где он? Что происходит? Разморозился? Не прошу. И пуга. Тоже кис. Кто-то замороженный есть, нет? А все уже. Нет. Он дал прожить.
Блин, ребята, я не знаю, как вы меня слышите, но я одни заикания слышу от вас, вообще ничего не понимаю. Неужели так всегда будет? Услышал только разморозь Матильду и все. Или вы во время траев никогда не говорите ничего, как я вот сейчас. Таунтил ничего. Чего это ее? Чего не трогайте. Тут скорость увеличивается, когда к стенке откидывает. Сейчас посмотрим. Пиздец. Зашел вы. Игру как бы раскоя. Ну ты видишь, как нам везет. Там называется на. Я люблю брать. Вот я смотрю и думаю, какой смысл. Кару, да, я так понимаю. Собрались. Почему вар не. Спокойно объясни. Забей, если ему скажу. Ну, тебя здесь не было. Блин, так и должно. Не, вар нормальный. Я просто слышу, вы начинаете что-то говорить, а потом не слышно. Почему вар и все, и пропадает. Нормальный. Говорю о том, что надо нас говорить. Просто торопы есть. Что за жизнь? Не я забыла, полежал. Что... И снова Кирюшка. Он ПКД на Кирюшку, да, будет ставить? Ходи.
Ребята, слышите меня? Да-да, спек. Слышите, не запускайте, пожалуйста. Куплю четвертый кусок Т9 тут рядом. Вообще не слышит. Все мои товары уникальны. А, кричать. Матильда, короче, один свой протач, ты больше не... Че, вообще не слышно, что ли? Сейчас слышно. Ага, получилось! Десятки. Перед всевластным Вилфредом Небобанцем, мастером призыва! Можем. Ты покорен мне, демон! Я не знаю, как вы меня слышите, но вы, когда начинаете говорить, сразу пропадаете. Тебя погубит твоя самоуверенность! Я сказал тебе, сбивай косты просто и все, режь броню. Бой, это ДД, ну, или законтрольте. Thank you.
весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы все убежали бегом. Ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите... Вард, ты хотя бы слышишь? Ну вот сейчас ты говоришь, ты хотя бы слышишь, Кот, это напиши, я слышал. Там, да, нет. А меня не слышно? Я требую справедливости, Тирион. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сейчас я тебе скажу, кого... Вард. Вар, жри. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Да я все скажу в течение боя. Женя, проверку и поехали. Сначала сову зальем, потом мага. Пророгу. Вы по контролю. Все, Вар тоже, твой рога, давай. Геру дайте. Мага свич. Мага играйте. Прям в толпу вот идите и бейте. Ауе. Танки просто таунтите на себя все это дерьмо, которое держите. Мага больше ДПС. Женя. Слишком далеко.
Забери, Тирия. Охуеть. Рогу. Дизарм, дай по роге. ДК, иди сюда. Дизар. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобного? Никого не надо. Вар Триню забери себе, надо... И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Кого? Никто вообще не бьется. Огромного повелителя во имя короля Лича. Разворачивай. Все, в белую, поехали, ДПС. Блять, вон там он теперь. Черный, белый. Не танчит. Печать стоит порча, она на одного хорошо. Вся проблема в том, что у меня...
сказать, и то, что порча, это нормально. Не надо ставить. Да ничего, меня зашибись, все. Она не дошибись. У меня есть любой класс вообще. Не знаю. Мне нравится, так, короче, меня мой устраивает. Все, с моей печатью без фантома. Поставьте Дживса, есть? Я весь красный, вообще весь изломан. Прием, прием, слышно? Скажите что-то, а то вас вообще не слышно, ничего не говорите. Скажите кто-то что-нибудь. На. Я здесь. Угу. Меня нормально слышно? Ну да. Как вы танчите, в одного танка валик или два танка? Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Я все заквакал, заквакал. Ну, вы также у меня квакаете, то же самое происходит. Где наш шкаф? Ставьте шкаф, плюс умойте. Дискорд нормально работает, Варк. Его надо от имени администратора запускать. Ты попробуй от имени администратора. На этом, как вариант. Шесть, фу, блин, правая кнопка. И запустите от имени администратора. Извини, пожалуйста. Все такие вспыльчивые, блин. Я просто понимаю, что у всех столько нервов. РТ стояло в 2 часа, собрались мы в 15 минут третьего, время пол четвертого. И К, Оня, 10. Вы что, прикалываетесь, что ли? Лок, шкаф будет или привет, как дела? Антон, значит, не собирай больше. Либо собирай 260. Да, не шумите, блин. Какие вы сегодня шумные. Кошмар, у меня голова болит. Прости, пожалуйста. В гельчате, это все нормально. В гельчате напишите для одного ДД, кто-то пойдет или нет. Или мне кто-то писал. А мне кто-то писал. Буквально я плюсану в чат. Кто? А, уже не хочет.
из гильдии может быть на двух боссов. Никто не пойдет, значит так. Работает YouTube, блядь, но не работает Discord. Напиши, просто напиши ему в заметке. В следующий раз пойдет без Discord. Так, ну все, хватит агриться. Кто? Кто это? Я не знаю ваши голоса. Вообще даже не в гильдии. Я не знаю. Не надо. Маленькая гильдия. МП5. Что у нас? Лор. Гуляем. Давай, Максим, иди пуля. Во имя темного повелителя. Паладин, ты темную сферу взял? Во имя короля Лича. Вы умрете. Дворач. Быстрее. Взять. Переводи. Сейчас его. Взяли темные. Все темные, все жо темные. Тебя оценили и признали ничтожество. Переводи. Бьем дальше. Зрение дайте. Кто? Это Манхив.
Надо было просто сказать, шаман. Озарение на тебе, если не видишь. Женя запустил. Ты все еще сомневаешься в могуществе? Поможешь с этим? Мы примем любой вариант. Ходить всего. Пиши под босса его. Да. Хорошо. Что тебя интересует? Так вроде звездопад. Макорная сфера. Ауру на лед. Тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. Самый первый падаешь, у тяжелый я просто. Наверное. По-любому. Крик на хп обновить. Босса не таунтишь, просто стакаешь. Ад, забираешь ада, ведешь под босса. Это вара касается. Все, больше тебе ничего не надо делать. Когда скажу, дашь стан. Зачем мне хпал спек? Да, не надо. А кто у нас вообще хилы? Женя и Квикси, да? Да. Ну, хз, они уронили, смотрел до этого поздно, уронили его. Чувака. Нормально. Пойдет. Чек. У меня просто, оказывается, ДЦ, ПВП, я забыла. Забей. С крылом. Бей. Матильда. Эмакор сферу. Бить. Ну, бля. Давай. Эмакор сферу сбей. Заведи на лед. На лед, босс. Копателя на лед. Со льда не уводи. За таунтин. На центр льдины поставь. Вар. Вещи. Добивайте. Бьем жука. Уводи. Все в жука играем. Сбей еще пару спер. А что это такое, сука? А вот и гость.
Прикольно, он телепортнулся. Заходи, Матильда. А, не надо. Понял. Паладин же. Рано. Ну ладно. На мне. Квикси, налет. Квикси, налет. Быстрее, 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 быстрее. Давай, давай, давай. Тамакор, бей еще сверху. Беги, малышка, беги! На варе. Вар, зайди за льдину. Все, стой там, стой там. Отлично. Крик на хп обновить. Беги, малышка, беги. Жо, ну тоже сферу садишь. Погоди. Опять на варе. Вар один налет. Мелкий, мелкий трэш. Трэш. Никто их вообще не бьет. Босса забери, Матильду. На ближайшую льдину поставил. Всю эту мелку. Под босса. Все сюда. Вар копатель. Копать лес. Отлично. Матер? Не, я скажу, когда. Пиши ДПС отдайте. РДД ближе к боссу подошли. Моб вышел. Моба забери. И под босс. Переводим. Все ближе. Все в кучу. Под жопу босса встали. Топ. Я. Жопа хил. По рейду хил. Вообще никого не хили. Всем спасибо, все свободны. Варту ничего не упало. С РБК оденется. Соревнования будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Чего нет? Он же была? Сейчас я, Женя, это... Не ошибись. Зайду на пол. Время бесценно. Всему есть своя цена. Сейчас уберу. Сейчас восстояние близок. Все мои товары уникальны. Да. Да? Чё? Справедливость восторжает. Будет он рок. Там тогда не.
Тогда точно нет. Ты пойдешь? Ну да. Сейчас я заведу на паладина. Пойти, кто вам на хочу зайду. Ну и чё, конечно, было бы неплохо вообще кого пройти. Да, Рышам. Заходи на него, заходи, а я вижу тебя уже. А что, тебе что-то надо с карой? Это 4 печенька.